Ты смотри, что сделал, гад. Убил. Ой, что это произошло такое? Это было здорово. Всем привет в Dragon's Dogma. Где мы мучимся, играя за воина. Так, что у меня тут по хилочкам? По хилочкам. В целом ок. Есть ли у меня ножички? Есть ножички. Жир надо срезать. Вот. Получим мы с этого... хорошие вещи. Так, а еще есть ножи? Может, я скидывал когда-нибудь ножи? Да, вот две штуки есть. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Ну и, наверное, пока что это все, что я возьму отсюда. Да. Слюни, да? Слюни. Здесь у нас... А, вот есть еще что. Вот это еще заберем. Так. Как раз четко. Ну вот. Теперь у нас на стамину будет что скушать. В общем, пойдем вот этой дорогой мы. Там очень много всяких монстров тусуется. Вот. Которых можно, так скажем. На которых можно профессию прокачать. К тому же, возможно, здесь обновился босс. Мы проверим сейчас это. Вполне может быть. Да, ребята. Так, ну, естественно, бить будем его... Я постараюсь грансийский фламберг закалить. Хотя, наверное, лучше даже двухладный клык. Чтобы какая-то у нас была магическая тема. Сейчас, наверное, кольцо опыта бессмысленно. Сейчас мы что-нибудь... Что-нибудь такое мы возьмем. Ой, а я ж поставил другую, да, тему. Это взмах короны солнца как раз. Вот, взмах искры. Давайте его тогда оденем вместо вот этого. Выносливость. Выносливость тоже хорошая тема, но... Надо... То мало ли он меня захочет усыпить. Что я делать буду? Смотри, как хорошо. Воин подлетает, и все, и нет проблем. Оба взлетели. Оба летают. Попадаю. Да, друг, это тебе не воин, а точнее не боец. Задеваю немножко. Время от времени. Так, попробуем его сбить. Так-то он слабачок. Слабачок.
Если у него гипотетическое сердце, я не в курсе. Вот он что удумал, смотри-ка. Мразота какая. Мразота какая, а? Так. Здесь у нас камушек телепортации. Что мы там делаем? Интересно. Сенция. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, у нас панацейка была, кстати. То я влетел в это. Нехорошее. Так, и... Ну, на четверочку поставим. Взрыв флакона есть, да, если что? Какой ты у нас страшный маг. Так. Ну вот, сейчас самое время, кстати. Швырять в него взрыв флаконом. Не увидел, сколько отнял. Сейчас посмотрю. О, отлично. Эх! А что он сделал? Дракона воскресил, что ли? Нет. Или я ему каз сбил? Я ему, видать, каз сбил. Слушайте, отлично идет вообще. Да, больше каз не сбивается. Ну ладно. Так, блин, если воскрешение, то ок, если светом он долбанул, то это плохо. Поэтому на всякий случай. Воскрешай! Подельника своего. Уходим. Уходим, 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 уходим. Тихо, 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 ёлки. Смотри, что вытворяет Мразота. У меня тут где-то было колечко. О! Ты смотри, что сделал, гад. Убил. Я не успел, прикинь. Блин, да что ж такое-то, а? Светом меня мочканул. Вот мразь. Ну ладно. Блин, хоть бы... Все, я беру, короче, это. Камни воскрешения. Мне это надоело. Чё-то я все помираю, да помираю. Как непонятно что. Бегаю с двумя осколками. Никак не могу взять себе дополнительные вообще. То есть, ну, блин. Хотя бы два сердца себе возьму. Ну это просто, блин, время тратить. Просто время тратить. Нафига оно мне надо? Тратить время.
Просто. Блин, я столько уже нанес ему дамага. Это вообще обидно. И он такой. Бац мне по башке, блин, своей. Так. Не растерялся чувачок, так вообще нормально. Ну я тоже не буду сейчас это самое. Не растеряюсь. Я что, зря их тут по острову бегаю, собираю, блин. Все это добро. Сейчас все будет, блин. Сейчас я ему надаю по рогам. Да я почти победил, елки-палки. Если бы не эта цветовая волна. И то я уже одел два кольца. И все равно ты смотри, что делается. Так, это что за колечко-то? Увеличивает силу сопротивления молнии. Вот это оденем. И вандал сразу оденем. Так, дружочек, пирожочек. Блин, лучше бы, конечно. Не знаю, кому они полетят. Ну куда ты так далеко ускакал-то? Ехала какашка. Так. Ну давай, дружок. Посмотрим, что ты на это скажешь. Ой, что это произошло такое? Что это с нами случилось такое интересное? Блин, забыл меч поменять. Ну ладно. Все очень быстро произошло. Забыл поставить гранд-свийский пломбир. Очень быстро. Но я его пришкварил последний удар. Ничего не сделаешь, все теперь. Теперь уже все. Праздник закончился. Кот с ума сходит. Вот такой босс. Блин, ну надо было хотя бы двухладный клык закалить с него. Ой, ладно. Да просто надоело, блин. Так, целан этого. И взмах искры. Вот это берем. Конечно, можно и так, без проблем. Ну, в смысле, с проблемами. Просто... не хочется время тратить на это. Мне надо профессию доизучать, и чтобы я нормальный был воин.
Ну, оружие надо было закалить, конечно. Это я вообще поторопился, поторопился. Поторопился я. Ну, вот. Не очень разумно сделал. Не, ну могли бы воину под конец там дать какую-нибудь защиту от магического урона, то есть слабости его как-то подрихтовали, блин, а тут вообще печаль. Так, сейчас сохранение должно быть, да? Не, можно было, конечно, переиграть, но по третьему разу я не хочу мучить уже зрителя. Ни к чему это. Сейчас молот... Молот есть пока что. Остальное потом как-нибудь. Остальное как-нибудь. Даже это с ног не сшибает. Ну, хотя бы каст прервался, ладно. Есть. Пятый ранг. Вот и здесь. Дружочек, пирожочек. Блин, опасно все это. Один он, что ли, тут остался? Ну, это лучше, чем духи, а нет, смотри, еще один. Это лучше, чем когда здесь духи летают с какими-нибудь ящерами. Лучше так. Пам-пам-пам-пам. Платиновое кольцо. Ну, будем с молотком бегать. Сейчас можно приманить, в принципе, этого дракона там в подземелье. Это, как она называется? Ротонда страх? Нет. Что-то расплаты предателя. Цитадель расплаты предателя вроде называется. Это было здорово. Я выстоял. Еще разочек так же. На только. Да что ты сам... кастом тупым. Во, вот тут прям чувствуется, как воин магиот. Прикольно. Один взмах и все. Учитесь, товарищи, две ракеты, две цели. Так. Ну чё вам надо-то? Крыски. Хотите поделиться со мной? Не, не подлетает он на достаточное расстояние. Сырое мясо.
Да. Тут только с огром можно это сделать. Есть у нас. Эй! Инструменты. Блин, протухшую приманку-то я не взял. Теперь вот никого не приманишь. Не приманишь. Ты еще живой. Гаммов 68, по-моему, 69 он очень хорошо продемонстрировал, как работает этот глаз. Злой глаз, как можно его взять и просто всех здесь ослепить. И вообще... Блин, а куда он делся-то? Куда-то ушел, другое измерение совсем пропал. Опять у нас плащ драконоборца попался мне. Странно, исчез монстр просто. Ушел насовсем. Ну, плащ красивый, но мне не нравится у этого доспеха наплечники такие какие-то слишком. Не, они как бы хорошие, но мне почему-то не нравится их форма. Не знаю, отталкивает меня. То ли слишком квадратные, то ли слишком громоздкие, не пойму. Ну, почему-то не нравится. Хотя, ну, со львом такие вроде как выглядят здорово. Но мне привычней со шкурой бегать на плечах. Так. Ладно, это все лирика. Блин, я дофига с собой всего взял, что ли, не пойму, что-то так тяжело. Материалы тут еще, да, у нас. Я проклятого дракона 5 штук. Я, наверное, не выложил с прошлого раза. Блин, фигово. Так, ну ладно, погнали. Сохранить не это будет, нет? Да. Тут у нас нежить, да? Да ёлки. Так, дайте-ка я немножко спрячусь. Вы, ребята, больно все тут шустрые. Ой, тетя, здравствуйте. Сюда идет. Поймали.
Блин, по мне скелет попадает. Да кто там все кастует? Сейчас убью, блин. О! Вот это нам как раз вовремя, да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно! Есть! Есть! Так. Друзья. Давайте-ка подхилимся. Так, вроде все, никто не кастует пока. Что, ты пониже спустишься, нет? Не, кто-то еще кастует. Спустился. Кто там кастует, ёлки-палки? Он стоит. Накастовывает. Накастовывает стоит. Не, когда здесь нежить, попроще, чем когда... Где дракон? Ёлки, вот он. Вот и дракон. Так, все, вроде магия закончилась. О! Спустись. Нет, где-то еще. Видимо, там до самого верха они тусуются. Ну да, конечно. В клеточке обязательно один досидит. И еще где-то. Потому что я молнию видел. Вот мрази, а? Что делают? Блин, я туда не попаду. Думаешь, я тебя не достану? Не достал. Зато дракон... А, нет, дракон там летает. Блин, он еще и молнией шарашит. Вот мразь. Я думал, он специализируется исключительно на фаерболах. А нет. У него есть и кое-что получше. Сейчас тетю замолчим. Ты и так, оказывается, умеешь, да? Дядя. Блин, он достал реально. Снайпер вонючий. Мне бы камень какой-нибудь. Ну да, так вам вдвоем-то хорошо по мне шмалять. Ладно, я достану камень, вернусь и шмальну. Шмальну прямо в живот.
Дракон все равно никуда не уйдет от нас. Так, сохраниться не дают. Ну ладно. Зелье закончилось. Там по-любому еще скелеты поднимутся. Сохранились. Да, ребята. О, маги! Да ладно! Собираем урожай. Я думал, гигантские скелеты поднимутся. А это шелупонь. Броня второго уровня. Ладно, забираем. Блин, все, я уже просто под завязку. Надо что-то выбрасывать. Ну, в принципе, чешуя проклятого дракона, я думаю, ее просто дофигища. Что тут еще есть? Давайте что-нибудь посмотрим такое. Плащ у меня уже тоже есть. Драконоборцы. Можно подхилиться чем-нибудь тяжеленьким. Типа целебного варева. Вот это тоже можно съесть. Загадочный размягчитель 9 штук. Ну куда столько? Так, спустимся тогда вниз. Так, кстати, у меня есть двухладный клык. Вот интересно, будет он против них работать или нет? Не замораживай. Так, здесь уже гигантские скелетики. Пошли. Гигантские кости точно не нужны. Так. Ясновид тоже нафиг не нужен. Я хочу это, камень какой-нибудь подобрать. Блин, он меня ослабил. Спокойно. Ослабил, гад. О, поглухающий ладан. Вот камень, видишь? Сейчас мы в него запульнем.
Гигантская кость. Он в виде черепа. Помазит. Камень. Помазит. Так, хорошо. Вот не выложил, блин, ничего. Теперь страдаю. Плюс еще броню на себя одел тяжеленную. Так. Есть что-то? Капля защиты. Здесь что? Кластер, отлично. Да сколько вас здесь? Друзья, блин. Все, ничего больше нет. Это что, Банши смеется, что ли? Где она? Не вижу ее. Ну давай немножко с тобой поразбираемся чуть-чуть. А, ты решил спуститься, да? Нет, ты решил залететь. Пониже опустись, блин, я так не запрыгну на тебя, чувак. В лестнице застрял. Хорошо, что кластеры разлома ничего не весят. Дай, ёлки! Пониже, говорю, спустись. Драконья морда. Эх! Я ж запрыгнул. Вот она. Так, от истощения у меня была тема. Я, по-моему, панацею все-таки съел. Да что ж ты будешь делать? Смотри, он успевает меня. И опять истощение наложил. Так, и ягодон давай съедим. Блин, спустился. Я так и знал. Я спрыгивать не спешил. Я знал, что ты так сделаешь. Мразота. Я бы сейчас спрыгнул, а он опять. Оп, такой наверх. Хитренький парень.
Ой, я дурак, про стамину забыл. Блин, про стамину забыл совсем. Да что ж ты все под ноги-то себе так четко прям метит он, смотри. Профессионал. Очень хитрый здесь дракон. Это тебе, блин, не с этим. Не ручной. У этого Дарк Бишопа. Ну, почти куда надо залез. Сбросил. Ой, блин! Я прожал навык. Я не знаю, что случилось. Навык я прожал. Можно его сбить с ног? О, сбивается, смотри. Ей, сбили. Ну давай еще по сердечку тебе. Блин, что-то маленький урон какой-то вообще. По лапкам. Блин, я сейчас устану так. Но сбивается хорошо, смотри-ка. Взмах. Короны. Может, конечно, и так можно. Схватил. Так, опасно. Становится очень опасно. Давайте чем-нибудь подкинемся. Хоть чуть-чуть. Блин, все равно схватил. Смотри, что делает. Придется отхиливаться по полной. Что сделаешь?
Это я только за. Эй, задел меня. Кусаться нехорошо. Давай, пляши в огне, чувак. И я с тобой. Давай, 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 давай. Еще раз улю. Эх, улететь решил. Ну, в принципе, тоже неплохо. Смотри, как он четко стал по мне попадать. Вообще прям. Стопроцентное попадание. Так, надо ниже, вот сюда куда-то вот. Стой! Сейчас выносливость будет. По лапе ползаю, зачем? Эх, спрыгнул. Грибы закончились. Так, ну-ка встаем. Некогда валяться. Придется кушать протухшее мясо. Но мы и так уже отравлены. Ну и рыбку тоже. Что еще есть? Блин, схватил. Ровно 1000 отнял. Мразь такая. Ух ты, упал. Смотри, что делается. Но я, правда, плохо этим воспользовался. О! Смотри, что сделал, гад. А у меня еще сердце есть. А ты как думал, блин, что я тут опять помирать пришел? Фигу тебе с маслом. Не собираюсь. Так, все. Меняем оружие.
Добиваем эту мразь. Ну закали! Да, сейчас, блин. Нифига себе, не закалил, смотри. Мало бил его, видать. Слишком мало ударов я нанес этим оружием по нему, чтобы он закалился, видать. Но я не знаю еще, от чего это зависит. У меня единственная вещь, которая не закалена, это вот этот клык. И по сути он должен был закалиться. А в итоге облом. Я столько вещей потратил, у меня уже опять пустые карманы. Блин, обидно. Обидно, что я его не закалил. Я подозревал, что такое может быть, потому что я прям довел до самого последнего момента. Не надо было так делать. Все-таки. Так, ну чё, блин, у меня карманы полные. Надо возвращаться. Так, ну у нас там маг неубитый, которого я хотел камнем пришкварить. Вон он. Нам надо с ним разобраться. Так сказать, камнем по голове. О, еще тут одна барышня. Неужели камень через эту клетку не прошибается? А, он упал, да, кажется? Нет, не упал. Я думал, камень через клетку прошибет. Но есть еще один способ. Правда, он такой, как сказать, не окупится, короче говоря. Ну или взрыв флаконом еще попробовать. Не, не долетает взрыв флакон. Не, ну мы, конечно, можем еще попробовать отсюда запулить. Блин, я разогнаться не могу. Вот в чем еще проблема. Не долетает. Вот как его оттуда снять? В соло. Ладно. Давайте, ребята, фас. Фас ему. Думал, я тебя не достану, да? А я достал. А я достал. Так, ну, блин, надо возвращаться. Надо возвращаться. Блин, мне нравится вот этим путем ходить. Такой занятный получается. В обраточку так сходил, зачистил. Блин, ну мы по сути... А, ну, только вот навыки. Навыки, навыки. Навыки, навыки. Так, нет. Что у нас появилось? О! Да.
Акт расплаты. Ну, такое добавили. Взмах исхода я хочу. Понравился мне удар. И вот это тоже. Что-то вообще не дают ничего. Странно. Блин, воин как-то странно прокачивается. Очень странно прокачивается воин. Так. Блин, удар рукояти поменять. С другой стороны, тоже нужен. Но не то чтобы нужен. Вообще он не особо нужен, честно говоря. Неукротимый выпад мне как-то больше нравится. Просто для резкого удара существует взмах исхода. Можем даже его сюда поставить. У нас будет основной такой удар. Ну, попробуем так, ладно. Это неукротимый выпад. Ну, конечно, воин типа хорош с всякими заряженными атаками, но по факту... Можно же и без них играть. Это же не обязательно. Тем более, что у меня есть усиленная форма. Вон какая дуга у меня. Шикарно. А мы ее сейчас еще и усилим. Если. Блин, ну тут дуга... Ради кольца приходится, видишь, что делать. Из-за кольца придется брать этот удар. Хотя я не могу сказать, что он какой-то прям... Ну вот это, конечно, хорошо так выглядит. Хорош, хорош. Мне нравится. Колечко бы хорошее найти, которое... Ну что, получается, вместо короны солнца брать этот... Дуга мощи, что ли, брать? Заряжает ее долго. По сути, блин, удар мощный, но нужен ли он? Не, я пока без него побегу. Буду менять там по мере. Так, давай что-нибудь очистим. О, тут безделушки, броня. Так, сопротивление свету и немоте. Это что-то как-то не очень. Рукавники бессмертного. Понятно. Вот. Но он хорошо по балансу-то бьет.
Хотя даже не знаю, блин, что лучше, но... С драконами вот эта вот тема с зарядом, она вообще плохо работает. Ты как бы успеваешь, но по сути можно больше отнять другими методами. Вот эта тема хорошая во многих случаях, мобильная такая штука. Ну и это тоже прокачали. Тут серия ударов такая прям хорошая. Так, ну ладно, все тогда. На этом эпизод мы закончим. Ну, мне все нравится. Тяжело, но прикольно. За воина необычный геймплей. Вот, надо думать мозгами тоже хорошо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.